Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, сейчас нам осталось ловить двух покемонов. Да. И, в принципе, ребята, вышла уже новая версия. Не успели мы, как бы, закончить сезон прямо к ее выходу. Но, в принципе, я просто посмотрел на ту версию, и, как я понял, там ни хрена не изменилось. То, что они сделали, это просто, может, добавили несколько анимаций и, в принципе, перенесли на новую версию, и все. Это все, что они сделали. Я, в принципе, ребята, думал, там намного больше всего будет, так как можно считать, что это новая версия. И я просто думал, что это, ребята, будет глобальная версия. То есть, как, например, с 3.0.0, да, оно переходит на 4.0.0. А они просто перешли с 3.0 на 3.1. Вот. Это все, что они сделали. И, в принципе, ребята, поэтому фиг его знает. Ну, не, ну, в принципе, вот, уже почти что мы закончили этот сезон. Да, мы начнем в новом сезоне, но как бы на новой версии Майнкрафта, да, но я просто думал, что там намного больше всего будет сделано. Ну ладно, в принципе, давайте уже вот это закончим этот сезон, что тут у нас осталось, ловить Забдуса, найти фосил, и в принципе все, ребята, вот это что нам сейчас осталось, и в принципе... В принципе, сейчас мы как раз пойдем вот это все делать. Сейчас только пойдем купим себе чуть-чуть Rare Candy, чтобы уже можно было прокачать покемонов. Так, нет, не тут, а вот тут. И, в принципе, еще орб немного остался прокачать. Его, как бы, прокачать еще немного осталось. Так, давайте уже вот Ченси прокачаем. Так. Сколько там тебе осталось? Чанси. Во, наконец-то она уже эволюционирует. Давай. Чанси. Прокачивайся уже. И, в принципе, сейчас, ребята, я так думаю, что нужно идти искать фосил, так как Арчина, в принципе, не хватает, а нужно его словить. Так, отлично. Вот. Так, сейчас, давайте ее поставим в компьютер. О, сейчас. Давайте сразу и кофинга. Кофин. Прокачивайся. Чтобы был, я не знаю, ребят, будем ли мы качать всех покемонов до конца, потому что если мы будем их качать, то это просто-напросто, ух, нереально, время не займет. Просто мы наловили, да, себе кучу покемонов, а они, можно сказать, не прокачаны. Кофин. Так. Ну, сейчас мы посмотрим, сколько там покемонов нужно. Ну, приблизительно штук так 10, если не больше. Их нужно прокачивать. Так. Давайте сейчас вот этих поставим в компьютер. Тебя. Вот тебя мы сейчас прокачаем. И вот тебя мы тоже сейчас прокачаем. Так, сейчас. Там... Нужен вроде водный камень, да? Так, ребята, опять выкинула. Опять. Это просто уже капут, потому что это уже бесит, как оно выкидывает. Ребят, я просто тут стоял, нажал, оно просто взяло какую-то ошибку и просто все выкинуло. Ребят, там была какая-то ошибка и просто-напросто... Короче, сейчас... Короче, ребята, мы прокачали немного еще наших покемонов, сделали пару эволюций, но просто то, что так резко выкинуло, там выдало какую-то ошибку, и, в принципе, прокачали мы парочку покемонов. Вот, я этого брал покемона, поставил сюда и просто-напросто выкинул. Фиг его знает почему. Прокачали кого мы там прокачали? Прокачали мы вроде Кофинга, но, в принципе, я не знаю. Кофинг... Да у нас же есть Бишарп. Нахрена нам еще прокачивать этого? Ладно. Этого тогда нафиг. Нафига тогда нам его прокачивать, если он у нас уже есть? Так, кого мы тут можем прокачать?
Точно! Кого я забыл, ребята? Кого я забыл? Сейчас, секундочку. Забыл я... Да, чё я... Так. Сейчас его нужно словить. И, как я понял, нужно купить еще один... вот этот. Мастербол, да. Так, давайте сейчас еще посмотрим, кого тут можно прокачать. Вот у нас Гроудоша, Гроудон! Ух, охренеть, здоровила какая. Вот, Гроудон. Так, сейчас мы его поставим в компьютер. Возьмем и тебя. Тут больше никого нельзя прокачать, да? А вот тут Старми, Манчлакс. А вот, ребят, в Танжеле есть эволюция. Я не помню, честное слово. Честно, не помню, есть ли у нее эволюция или нету. А ну, да, сейчас. Просто хочу попробовать, может, у нее есть эволюция с помощью вот этого камня. Я честно, ребят, я просто не помню. Нет, нету. Ладно, тогда, в принципе, фиг его знает. Потом посмотрю. Сейчас тогда его не будем прокачивать. Поставим ее в компьютер. А возьмем мы... Кого мы там словили? Вот этого. И, в принципе, больше тут никого нет, у кого мы можем прокачать. Фу. Вот Старми, Манчлакс, тебя можно. И, в принципе, все, ребята. Давайте сейчас мы поспим немного. Так. Подрыхнем. И пойдем мы прокачивать, ребят. Не прокачивать, а искать, наверное, фосил все-таки. Так. И, в принципе, куда мы можем пойти? Главное, чтобы опять не выкинуло. Давайте куда-то пойдем в какое-то место, там, где мы еще не были. Да фиг его знает, куда можно пойти. Вот давайте куда-то сейчас. Куда бы можно? Да фиг его знает. Сюда, например, да и все. Чтобы попытаться найти фоссил. Так. Ух, шейдеры, ребят. Может, я тут шейдеры все-таки выключу, а то... Оу. Так. О, уже... О, сколько тут гравия. Ну, это какая высота? Ну, в принципе, я не знаю, будет ли тут уже что-то спавниться, нет? Потом... я не знаю, в какую сторону лучше все-таки пойти. Давайте сначала в эту пойдем, а потом пойдем в другую. Так как, в принципе, ребят, нужно фосил найти. Один фосил остался, это просто-напросто... сейчас, тут будет куда-то проход. Тут есть уже гравий, но... Так... Нет, нифига тут нету. Давайте тогда пойдем куда-то в другое место. То есть мы пошли в одну сторону, а там еще есть куда-то в другую сторону. Так, где мы тут? Вот сюда спускаемся. И мы куда? Мы туда пошли. Сейчас вот сюда. Так, и в принципе... Ребят... Ладно, забираем, да и все, валим отсюда. Офигеть. Так. Валим отсюда. Нафиг. Отлично. Офигеть, ребят. Сейчас. Он убьет Манчлакс. Убьет. Твою мать. Ладно. Ладно, зато и фосил. Офигеть. Так, куча уровней. Чё там? Да. Ну, в принципе, сейчас.
Какое тут вот это... Так. Домой... Офигеть, ребята. А, да, домой. Все, домой, домой. Сразу же, сразу же, сразу же... Кто это там? Сразу же давайте его сейчас... Сейчас... Это сделаем. Где он, где он, где он? Вот он, вот он. Давай, ты пока что тут делайся. Что нам нужно? Сейчас. А, быстренько, быстренько подумать. Сейчас нам нужно просто-напросто пойти и немного еще прокачать наших покемонов и прокачать орб. И в принципе, ребят, это уже офигенно будет, потому что у нас все покемоны уже будут прокачаны. И охренеть. Это кто тут у нас будет? Итак, нужно поменять на Арчиопса. Не, аэродактиль нет. Ладно, сейчас мы поменяем. У меня 5 алмазов, наверное, не будет. Как мы, в принципе, всегда меняли, да? 5 алмазов на вот это. Фосилы, да, чтобы менять. Ну, в принципе, сейчас посмотрим. Я думаю, что будет. Что бы еще тут можно продать? Да, в принципе, будет. Конечно, нужны алмазы, ну ладно. Уж поменяем мы. Так, тут еще что мы можем? 7 алмазов. 8. Вот. И, в принципе, все, да? Ребяточки, 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 ребяточки. Нам же еще нужен один мастербол. Сейчас. Мы же можем купить. Что я хотел? А, так. Ладно, это мы отдаем. Отдаем мы 5 алмазиков. И подаем мы. И забираем мы себе, ребята, кого нам там нужно. Арчин. Вот. Забрали. И сейчас, что я хотел? 3 алмаза у нас есть. Купим, купим, купим мы один. Вот. Отлично. И пойдем мы делать уже, ребята, вот этого. Ну, Арчина, да? Ну, в принципе, то, что его еще нужно будет прокачать, но ладно. Потом, если что, прокачаем. Ладно, пока он делается... Пока он делается, давайте быстренько еще, может, забегаем на остров. И прокачаем еще немного этот... ну, как в орб, да? Нужно уже его прокачать, заспанить Забдоса, да, и все. Вот эти все... Нет, не в бою... Ну, да, ух. Так, отлично. Давай, 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 давай. В принципе, орб уже, можно сказать, почти что... Почти что заполнен. Я не знаю, ну, в принципе, еще так хватает там. Но почти, почти он заполнен, ребята. Так. Давайте быстренько прокачаем. Быстренько, 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 быстренько. Сейчас мы... И пойдем мы заберем нашего фосила. И, в принципе, ребята... Так. Вот, давайте тут куча вот этих покемонов. Давайте сейчас их поубиваем. Так. Быстро. Я не знаю... Ну, в принципе, нет. Еще не заполнен, конечно. Вот этот. Орб, да? Ну, в принципе, почти уже, почти уже. Ну, в принципе, хотя уже нарисовано, что как бы заполнен, но он еще там, конечно, не заполнен, так как нужно еще, в принципе, парочку вот этих поубивать. Наверное, в следующей серии мы просто будем охотиться на боссов, да? О, там как раз босс. Так, где там? Где? Где? Где он? Так. Сейчас мы убьем. Так. Так. Давай, куча уровней. У, еще 2 алмаза, можно сказать. Так. И сейчас мы, в принципе, ребята, уже, наверное, все-таки пойдем домой. Но, конечно, я не знаю. Но, в принципе, кажется, что он уже заполнен, но он не заполнен.
Нужно еще хотя бы немного поубивать. Так. Сейчас. Еще давайте парочку. И можно идти. Хотя, в принципе, действительно, он не будет заполненным, ребята. Я, наверное, потом еще просто-напросто немного его прокачаю. Потому что, действительно, он как бы нарисовано, да, что уже заполнено, но он не заполнен. Так. Давайте. А когда вообще вот тот покемон, на каком уровне он эволюционирует? И как он вообще эволюционирует? Вот этот. Ладно. Я так думаю, что нам нужно будет еще добыть водный камень, потому что, в принципе, нам он еще нужен, да? Чтобы прокачать уже старую, и, в принципе, я не... О, этот уже тоже эволюционирует, давай. Давай, прокачивайся. Ну, орб, ну, в принципе, так уже нарисовано, что он заполнен. Есть у нас еще... О, так. Если у нас уже... Так вот. Сколько мы тут вещей можем продать? Один, два... Две вещи. Ну, в принципе, я не знаю, хватит ли, чтобы купить еще хотя бы нормальное такое количество Жаркенди, да? Ух, эти никак тут не могут надраться. Так. В принципе, ребята, давайте пойдемте попробуем, может, вдруг уже он заполнился. Фиг его знает. Так, ну что, пошли. Или сейчас, секундочку. Тут нету камней случайно. Вот, один есть, как я вижу. Сейчас, в принципе, ребята, нужно еще хотя бы парочку камней добыть. Так. Это еще один. Сейчас давайте вдохнем. Тут у нас еще один. А нам нужно 9. Капут. Там еще один, да? Сейчас, ребята, быстренько добудем это. У нас уже 3 есть. Че это, фосил тут? Точнее, гравий. Ладно, давайте... О. И ты. Так. Вот, там есть еще один. Ребят, нужно это добыть. Чтобы уже прокачать историю, потому что камней у нас, в принципе, нету. Все мы попродавали или что мы сделали. Так, один, тут еще один. Давайте еще куда-то вот сюда пойдем. Нет, тут я что-то не вижу. Давайте сюда. Вот там один. И там еще один. Так, сейчас. Сколько у нас уже есть? 6. Еще парочку. Так, 7. Давай. Нет. Сейчас, давайте мы еще это добудем. Так, и давайте еще сюда быстренько. Нет, там шахта. А что-то в шахте может быть? Охренеть, какая тут шахта. Охренеть, это все так вниз идет, такая шахта большая. Воу, капут. Реально огромная шахта. Я просто сюда залажу посмотреть, что тут и как. Просто прикольная такая шахта огромная. Ух ты, а тут чё?
Ладно. Давайте-ка мы нафиг отсюда. Куда-то. Сюда быстренько еще один нам вроде камень нужен, да? И, в принципе, идем мы прокачаем старую. И нам еще осталось прокачать парочку покемонов и все. Так, все, давайте идем домой. Где наш дом? Вот. Ну, давайте попробуем, что ли. Нет, еще не заполнен. Ладно. Нужно его еще будет немного заполнить, ребята. Сейчас. Зато мы уже можем вот этого забрать. Отлично. Все, нам остался Забдос. Сейчас. Так, этого мы сюда возьмем. Сейчас, секундочку. А этот как у нас прокачивается? Нет. Нужно сначала же вот камень сделать. Где вот камень. Сейчас. А так мы сделали. И, в принципе, ребята, сейчас давайте попытаемся. Этот как эволюционирует? Нет. Этот нет. Этот, наверное, просто с уровнем прокачивается. Фиг его знает. Так. И давайте возьмем старую. И прокачаем ее. Так. Прокачиваем. Вот как этот фил, как оно там считается, прокачивается, я, если честно, не знаю. Просто он уже большой уровень. И что-то он никак не прокачивается. Так, отлично. Нам осталось Манчлокса прокачать. Сколько у него, в принципе, уже? 60. Но если мы на него потратим все Раркинди, то, я думаю, прокачаем. Но давайте еще ему парочку уровней, может, прокачаем. Тут у нас есть кого прокачивать? Тут вроде уже нету. И тут. Давайте сейчас тут посмотрим. Тут. Тут, по идее, тоже уже никого. Арчен есть, да? И все, больше никого тут нет, у кого можно прокачать. А тут... Тут Танжела, но я не знаю, как она эволюционирует. Может, да, может, нет. Потом. И, в принципе, все, ребята. Тут больше никого нет, у кого можно прокачать. Нам остался... О, так, боссик. Он... Не говорите... Нет. Пропал, что он там? Нет, не пропал. Вот он. Сейчас. Так, давайте. Вот так. Охренеть, он сильный. А, да, как? Ладно. Твой... Так. И вот сейчас вот ты, зараза конченая. Капут он сильный. Ну, в принципе, он босс, да, 140-й уровень. Так. А ты, ух, сейчас куча уровней пойдет. Один, два, три, четыре балмаза, ребята. Так. Сейчас, в принципе, давайте идем уже домой. И, ребята, давайте на этом уже закончим. Нам осталось прокачать Забдоса. Точнее, словить его, да? Сейчас давайте попробуем. Я, наверное, просто пойду потом еще прокачаю, да и все. Ну, в принципе, ребят, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.